Че, давать-то? А, когда уже там будет идеальный кадр? Привет, Ярик. Привет, Игорь. Вот я специально подождал несколько дней, чтобы ты смог с холодной головой ответить, почему же вы все-таки проиграли эти долбанные квалификации? А, видимо, мы не смогли достаточно хорошо настроиться на победу. В каких-то моментах мы, наверное, поплыли, можно сказать. Повлияло волнение также у некоторых игроков. Это было видно по ним, что они волновались, как-то менее уверенно действовали, меньше говорили. Просто это было видно и чувствовалось какое-то волнение и все такое. Мы вроде бы очень хорошо выступили на открытой квалификации. Первую игру против Веги мы очень уверенно сыграли, победили. А следующая игра была против Гамбит. Там не так уже хорошо чувствовали нашу победу. Мы немножко, как сказать, опешили. Третью мы смогли снова выиграть. Ну, просто-напросто, на самом деле, игроки, что в 20 минут АФК лес, ну, команда, и Вега Сквадрон, там игроки как-то просто плохо играли, нам казалось. Ну, мне лично казалось. Возможно, мы только поэтому победили. Сами по себе мы как-то играли совсем неуверенно, на самом деле. То есть вот после того, как мы уже проиграли мы получили второе поражение, то есть мы проиграли четвертую игру, там у нас уже совсем все начало валиться из рук, мы перестали вообще как-то прислушиваться друг к другу, верить в победу, ну, как мне казалось, то есть просто перестало получаться побеждать, что ли. Вроде бы мы все неплохо делали, но потом принимали совсем неправильное решение. В основном сыграла свою роль какая-то просто неуверенность. Видимо, мы просто, как я и говорю, не готовы были побеждать. Оглядывая сейчас назад от результата квалификации в целом, что бы ты изменил в подготовке команды к этому мероприятию, самому важному? На самом деле, даже не знаю. Мне казалось, у нас очень неплохо шла подготовка. Мы много играли, много тренировались. У нас были дни, когда мы отдыхали, были дни, когда мы проводили, ну, старались проводить вместе какие-то общие занятия, ну, то есть тимбилдинг. И мне казалось, мы все делали более-менее в меру. Может быть, чуть больше нужно было потимбилдиться, где-то там что-то сделать вместе, там, условно, квест или что-то, какие-то там еще что-то, ну, такое что-то, что людей обычно сближает. Возможно, этого нам не хватило. Ну, как мне кажется, наверное, просто не хватило у самих игроков какого-то настроя, понимания. То есть, а с этим обычно работает психолог. Может быть, больше времени необходимо было провести с психологом, с каким-то. То есть он у нас был, но он у нас работал всего где-то 2 дня. Он там общался с каждым игроком, если у него были какие-то, ну, желания там с ним пообщаться, то есть причины для общения. Но, не знаю, возможно, этого просто не хватило. То есть, как мне кажется, если бы чуть больше мы смогли провести работу с психологом, это бы нам больше помогло, что ли. То есть ты все еще упарываешься, как модно говорить, именно в настрой, не в механику, не в стратегии, а именно в настрой. Ну, механику, ну, блин, ну а что, про кого можно сказать, что у нас кто-то плохо нажимает кнопки или еще что-то? Я не думаю, что в нашей команде есть такие игроки. То есть, ну, каждый по отдельности хорошо играет, хорошо примерно понимает, там, что где нажать и все такое. Но когда он играет в команде, возможно, что-то ему мешает играть уверенно, ну, полноценно, как он может. Может, ему просто не нравится с кем-то играть, но он уже не может это высказать. И, ну, просто сдерживает это в себе, потому что сейчас, как бы, квалификации, все такое, нужно собраться. Но собраться не получилось, и все. И вот что вышло из этого. А что касается стратегии? Стратегии, ну, то есть пиков. Угу. Ну, на самом деле, мне кажется, пики у нас были неплохие. Я думаю, ну, как минимум, с тем, что, чем мы играли, мы точно могли выйти в плей-офф, если мы просто в игре принимали более правильные решения. Ну, я где-то не понимал, конечно, пиков, то есть мне казалось, можно взять других героев, но ввиду того, что игроки просто на них как-то не особо играли и не было особо времени их натренировать, мы пытались работать как бы с тем, что было, с тем, что есть. Стратегии у нас были на самом деле такие, довольно прямолинейные, что ли, как мне казалось. У нас всегда вот какой герой пикается, примерно непонятно, на какую линию он пойдет, ну, чем он будет заниматься по игре. Но у нас все равно это получалось хорошо. Мы все равно эрли обычно отыграли хорошо, но потом принимали какие-то неправильные решения. И вот даже это, например, очевидно в игре против ДД. Хорошо, а вот я это Андрюхе задавал вопрос, а мне и твое мнение интересно. Я и Саше Стрэнджеру этот вопрос задавал.
Тебе не кажется странным, что слишком много игроков, которые были в этом году в нашей команде, прошли в тот самый плей-офф? Ну, так, это кто там получается? Йоку почти, но он вас выиграл в группе. А Саша Никс, Ренат, Ванскор, Сайленд, который вообще на Интернешнл поехал в итоге. Все они оказались в плей-офф, а мы нет. Ну, блин, на самом деле, вот в случае, например, Сайлентом, ну, на тот момент, когда мы еще попрощались с ним, я еще тогда даже додумался, что просто вот ему в другой команде ему будет комфортнее и лучше, что ли. Вот мне так казалось. И с Никсом примерно то же самое. И так и получилось. Вот я думал, что ну, им просто некомфортно играть в нашей команде, их что-то гложет, какие-то определенные факторы действуют на них, как-то, точнее, влияют на них, и это не дает им раскрыться полностью. Но в другой команде, с другими игроками, им уже удалось добиться успеха, можно сказать. Что Сайленту, то есть, ну, они вообще там вышли на инт, получается. Тот же Никс в финале. Саня Никс тоже, да, вот они просто дошли до финала, там выиграли карту, да и вообще смотрелись на квалификациях очень так уверенно. Они там брали что хотели вообще, герои у них были довольно нестандартные. Хотя сейчас, наверное, наоборот, все герои стандартные. Игроки ну, добиваются в другой команде успеха, значит, им там комфортнее, чем в той команде, с которой у них ну, все логично. Так себе получалось. Ну, это очевидно, я думаю, что. Да, логично. Этот буткемп начался для тебя, вернее, для меня, в твоем отношении, он начался с того, что я узнал, что ты начал бегать, прыгать, заниматься там на брусьях туда-сюда, так. ЗОЖ, там, правильное питание. Ну там, это сейчас громко сказано, так. Ну вот. Ты проиграл эти квалификации. Останавливаться будешь или будешь продолжать то, как ты начал этот буткемп? Вообще, как ты смотришь вперед? Вперед? Ну, да. Я на лично, себя и на команду. Ну, лично про себя я думаю, что, несмотря на наш общий результат, я думаю, ну, короче, я думаю про себя, что я играл неплохо все равно, несмотря на наш общий результат. То есть, я чувствовал уверенность, чувствовал, что я жму какие-то, ну, там, неплохие кнопки и прочее, прочее. Чувствовал уверенность за собой. И я думаю, это как раз из-за того, что ну, я там постарался немного изменить свой образ жизни, где-то больше стал уделять времени там себе, там, следить за собой, еще что-то. Я думаю, это все взаимосвязано, да и точнее, это точно взаимосвязано. Как, ну, как ты ведешь себя в жизни, так ты будешь себя вести в игре. Вот. Поэтому я постараюсь ну, в будущем дальше там заниматься там, условно собой, там, следить за питанием, еще что-то. Хотя, конечно, в прошлом году я ничего не делал, и мы отобрали. Вот так что пока непонятно. Думаю, я все равно продолжу идти по тому пути, который сейчас. Вот. А команда? А как команда? Ты смотришь вперед вообще, на будущее команды? Будущее команды нашей в целом-то? Да. Да, честно говоря, я думаю, ну, даже что очевидно, что вряд ли наша команда будет такой же в будущем. То есть все равно, скорее всего, какие-то изменения нас постигнут. Возможно, это последнее мое интервью даже, кто знает. То есть ты хочешь сказать, что эти квалификации нанесли непоправимый ущерб команде? Да, почему непоправимый? Ну, я имею в виду конкретно этой команде, вот из этих 5 человек, это все. Это... Ну да, да, вряд ли мы сможем дальше существовать. Вот именно в пятером. Хотя, кто знает, кто знает. Непонятно, я сам, если честно, даже не знаю, что нас ждет. Пока что особо сам не задумался. Сейчас у меня в планах просто там поотдыхать, отдохнуть, а там уже ближе к августу задумываться о будущем в мире Доты, так сказать. Вот, о будущем своей карьеры. Вот сейчас пошел тренд, последний вопрос, пошел тренд, благодаря одному известному игроку, обращение к фанатам, друзьям и хейтерам. А, ага. Да-да-да. Ты что можешь сказать своим фанатам, друзьям и хейтерам? Блин. Ну, не так, конечно, длинно. Можно и покороче. Ну, у меня не получится так длинно. Наверное. У тебя и карьера пока не такая длинная. Ну, это да, это точно. Друзьям, фанатам, хейтерам. Ну, фанатам не переставайте поддерживать нас. Это очень важно для нас, для игроков.
у кого есть фанаты, им важно, чтобы были фанаты, и чтобы они их поддерживали, в принципе. Ну, они чувствуют поддержку, чувствуют вот эти эмоции, они понимают, что, ну, в некоторые моменты, допустим, это не играет, и они понимают, блин, типа, на меня сейчас смотрят там люди, они там переживают, словно за меня, или еще что-то, и думают, блин, ну, типа, ну, нельзя облажаться перед фанатами, они ведь, ну, хотят, чтобы я там победил или еще что-то. То есть, ну, нельзя подводить публику. Ну, стараться, как минимум. И, ну, люди, я думаю, об этом задумаются. Хейтерам продолжайте хейтить, а то без вот этой вашей, как сказать, дозы хейта можно совсем, не знаю... На облачко залететь, да, и вот, не слезать. На облачко залететь, и ты даже не поймешь, когда, что ты как бы не на облачке нифига, а наоборот, ты просто где-то на дне. И, ну, не будешь понимать, не будешь чувствовать этой границы, что ли, между облачком и дном. Ну и а друзьям, что я могу сказать, не знаю, оставайтесь всегда таким же клёвым. Ну, блин, друзья, это лично, что вообще за вопрос? Ну и напоследок хочется сказать, у всех бывают поражения, но после поражений самое главное не зацикливаться на них, а смотреть в будущее и видеть вообще свои, ну, плюсы. Вот, например, хоть и мы и проиграли квалификации, нет, но я вижу, сколько много плюсов, сколько много свободного времени сразу появилось. Можно уделить теперь еще чему-то внимание там побольше. Есть, конечно, минусы, но они, главное, не задуматься. Как я и говорю, главное задуматься о плюсах и видеть их. Вот. Вам все, Ярик, спасибо. Хороший вид, почти как в Канаде.